Вот такая двухэтажная зона кормления. Там основная, здесь приходящие. Даже если они на одной поверхности будут есть, они будут друг на друга рычать. Поэтому им нужно быть на расстоянии. Ну, от этих тоже. Ну, так вот. Дружба дружбой, а еда врозь. О, кстати, доброе утро. И у нас опять дождь. Ну, правильно, чего нет-то? Не, погода вообще не светит. Я, кстати, смотрела погоду как раз вчера вечером. Ой, там 4 дня или 5 дней подряд дождь. Не знаю, прям сезон дождей, что ли, у нас начинается. Очень странно. Надеюсь, что, конечно, прогноз не оправдается, но посмотрим. Но пока, получается, второй день вот такой вот дождь. И это, конечно, блин. Конечно, не очень хорошо. Теперь Дусенька довылизывает, потому что она очень хорошо вылизывает тарелочки. Она ничегошеньки не оставляет. Ну так, за редким исключением. Ну вот, сейчас она доест за Алиской. Ты что-то не доела. Ну там чуть-чуть буквально. Хорошенечко вылежит мне тарелочку. И поверьте, через пару часиков это не помешает ей выбрасывать хлебушек или что-то еще. Ну вот. Может быть, должно пройти время, она должна понять, что еда не заканчивается, что ее все-таки кормят не хлебушком, а вкусной едой. Ну, я надеюсь, что кошачья еда для них вкусная. Ну, вот как-то так. Оказалось, что кошка-то с тяжелой судьбой. Знаете, от хорошей судьбы-то хлебушек животные не едят. Ну что, Дуська, все? А, ты хочешь по краешку пройтись? Ну, давай, давай, давай. Все, вылезала. Молодец. Чистота и красота. Все, давай помою. Туся, Туся. Удивляешь ты меня. Каждый раз удивляюсь. Мои-то наверняка что-то оставят на тарелке. А это... Ладно, пошла мыть посуду. Наверное, еще немножко полежу, потому что время 8 часов. По сути, смысла нет вставать так рано. Еще и дождик. Короче, мою посуду и иду спать. Ну, конечно, куда без прогулки. Прогулка по расписанию. Дождик закончился. Хотя нет, такой моросит. Моросит дождь. Такой неприятный, знаете, воздух и маленькими капельками. Ну-ка, там норм. Да? Ладно, гулять. Всем привет! Ну что, все-таки я себя вытаскиваю за уши на улице. На улицу съезжу сейчас в Леруа Мерлен. Я надеюсь, что в основной корпус попаду, потому что тогда, когда я ездила, там было очень много народу, честно говоря, не хотела стоять ждать. Так что сегодня будний день, я надеюсь, что я попаду. Тем более, может быть, в дождь желающих будет мало. Ну, в общем, буду надеяться попасть. Ну и зашла ходила утром в магазин, зашла в парикмахерскую, спросила, говорю, да, все открыла, девочки работают, народу, ну, там сидели люди, то есть свободного места не было. Я спросила, говорю, вы как, по записи работаете? Они, да, по записи, и запись на 2 недели уже закрыта. Вот так вот. Но мне не особо нужно было, я просто для своих друзей спрашивала. Я бы, в принципе, конечно, на маникюр-педикюр записалась бы к ним. Хотя тоже мой мастер в Москве, но педикюр уже очень хочется сделать. С другой стороны, хотя погода еще позволяет спокойно ходить в закрытой обуви и не париться, но хотелось бы все-таки, хотя бы педикюр хотелось бы, но тоже все забито. То есть запись на 2 недели вперед, но я пока не буду записываться. Икея тоже открылась. Я видела, смотрела сегодня сторис у подружки в Instagram. Очередь была в Икею. Но запустили всех, кто стоял. То есть, ну, там площадь позволяет. Ну, в общем, вот такие вот дела. Жизнь потихонечку оживает. Но мои области пока еще спят. Но ничего. То, что начинается какая-то движуха, дает уверенность в том, что мы, наконец, скоро вернемся к нормальной жизни. Все, хватит болтать. Поехала. Ну что, я снарядилась, только я забыла, что я перчатки, которые у меня здесь, я их вытащила постирать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Там, в принципе, если что, может быть, одноразовые дадут. Надеюсь, бесплатно. Либо, ну, не знаю. Это не сойдет за перчатки. Ну, короче, ладно. Пойдем попробуем. Вон тетенька перчатки раздает. Пожалуйста, сейчас. О, спасибо большое. Возьмите, пожалуйста. Как с ним опять беда. Народу много. Ну, это большие. Вот такие вот 2 колесики по 11 рублей. Такие по 31. Не знаю, 3 хватит мне. Давай 2 в запас возьму. Все, я вернулась. Это долбаная маска. Что купила? Купила мешки для мусора 60 с чем-то. Купила траву, посажу. Салат листовой купила. Салат дубачок. Тоже трава. Еще какой-то салат купила. Да. 3 салата. Вот такие вот колесики. Если их 4 штуки поставить на мои бревна, можно будет и катить, и в принципе держать он будет. А лак купила такой бесцветный для тонирования, защиты деревянных поверхностей. Ну, чего нет-то. Попробуем. Кисточку к нему взяла. И вот эту хрень. Потому что та, которую я тогда купила, она мне немножечко не подходит. Здесь с вот этой штучкой и с вот этой 78 рублей. Ну, не знаю, подойдет, не подойдет. Ну, по идее, должна. Тут даже с зеленой прокладочкой. Ну, в общем, попробуем. Все, вот такие вот покупки на сколько? На 400, по-моему, или на 500. Ну, в общем, все. Еду в сторону дома. Народу много. Погода пасмурная. Настроение так себе. Еду домой. Кстати, стоит машина Пикассо. Я несколько лет назад рассматривала поменять на нее свою старушку. Ну, ничего так. Не мега круто, но в принципе такая удобный вариант. Так, ладно, все. Едем, хватит болтать.